перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Какую-нибудь, которую больше всего любишь? Колизей? Ну, у меня самая любимая — это Колизей. Серьезно? Да, я обожаю ее. Нифига себе. Это просто круть. Ладно, не буду просить петь, может, ты стесняешься. Ага, с голосами, если я его спою, ты что? У тебя все подписчики пропадут. А, да ладно. Ну, хорошо, я пойду дальше, буду искать еще кого-нибудь. Приятно было пообщаться. Приятно было поговорить. Пока, Камила. Из Астаны. Спасибо. Давай. Камила из Астаны. И Чеченко из Чечни. Так, кто следующий? Вы готовы? Опачки, а ну-ка. Карленко. Брат передал. Половина моя и I got love. I got love. О, какие люди. Как ты, брат? Нормально, брат, как сам? Нормально. Чё, вы на хате, что ли? Да, дома. Ты чё делаешь, на работе? Да, бодрачиваю. Понял. Нормально всё, потянешься сегодня? Да, попозже потянусь. С работы не надо. Всё. Понял. Не буду отвлекать тогда. Давай, брат. На связи, брат. Давай. Это наш брат Фирус. Очень крутой чел. Так, кто еще? Кто следующий? Попытаем удачу. Ну да, мы с Фирусом давно не виделись, конечно. Владимир, как вы? Спой, брат передал. Брат передал, брат передал. Это меня брат передал, брат передал. Это меня брат передал, брат передал. Это меня брат передал, брат передал. Как вам мой рэп? Нифига себе, нас почти 5000. Что такое? Что происходит? Так, ожидание. Марика. Марика что-то не подключается. Марика, я. 8. Отклонила приглашение? Ну все. Я запомнил тебя. Черный список сразу. Резко. С таким у меня разговор простой. Неприятно. Сумароков Илья. Норм рэпуешь. Ты музыкант? Почти. Так, ожидаем. О, здорово. Здорово. Как дела? Ничего, нормально, ты как? Спасибо, хорошо, тоже вот валяюсь дома. На улице снег, холодно. Я так и думал, что я тепляка. Буду снег. Да. Чё, а ты откуда, братан? Из Караганды, Казахстан. О, нифига себе. Что-то меня к казахам тянет все. Уже сколько? Уже... Второй попался. Ну. Казахстана. И чё, как у вас по погоде? Холодно? У нас нормально, не -3. -3? А, ну да. У вас между... А, нет. Не... Или из Масло чёрного тмина, знаете, такой чел есть? Нет. Тоже читает. По-моему, он с Караганды, если не ошибаюсь. Нет, такого он с Караганды? Нет. По-моему, да, с Караганды. Очень крутой чел. Я мне кажется, в ближайшее время... Взорвет. Как? У нас тут свои пацаны рэп читают. Ну да, тоже есть такое. Там много в Казахстане интересных рэперов. А да. Чем занимаешься вообще? Где работаешь? Учишься там? Поваром работаю. О, нифига себе. Есть один видос забавный, может, видел. Повар спрашивает повара. Повар, какова твоя профессия? Там такой толстый мальчик. Конечно, видел. Ну хорошо, брат, этот, приятно повидаться было. Вот, вот, брат, от души мы тебя слушаем. Взаимно, взаимно. Счастливо. Что? Давай. Давай. Давай.
Так, следующий. Давайте дальше. Привет. Привет. Я... Скажи, Эндшпиль, Энди Панда, ты помнишь меня? Если честно, подожди, по-моему, да. Мы с тобой пересекались, у тебя что-то на лице еще было, нет? Да, да, Офигеть, это я. Как это произошло вообще? Ты видишь, все залечилось, все выздоровело. Ну да, сколько времени прошло. Потому что ты пожелал, ты сказал, пусть выздоровеет, да? И все, да. И просто так вот. Блин, прикинь, я ведь реально случайно попал. Сейчас люди будут думать, что это постанова, и мы с тобой знакомы. Нет, но я нет, это просто, ну как бы это... Бог благословил, как бы, да? God bless, 100% отвечаю. Нифига себе. Я еще думал, может быть, ну, мне отпиливает, я немного этот... С ума сошел, но это реально ты. А что у тебя с щекой было, если не секрет? Да, я уронила на себя лампочку накаливания, горячую лампу, да, на лицо. У меня был ожог первой степени. Нифига себе. Вот, ну да, ну помазали, нормально, все, все зажило, все затянуло, все отлично. Ты мне ну, расскажи, как там твое творчество вообще, как? Я так хочу попасть на ваш концерт просто, я прям умираю, я прям просто, вот ты понимаешь, я прям... Начала бредить, реально, вот, хочу очень на концерт на ваш, когда у вас будет? Ты начала бредить из-за того, что хочешь на концерт, или, в принципе, просто начала бредить? Нет, я просто хочу на ваш концерт. Хочу на концерт. Ну, все, да. А, подожди, напомни, а ты откуда? Ну, Волгоград, Москва, не знаю, без разницы. Волгоград, Москва. Ну, в Москве в ближайшее время обязательно что-нибудь придумаем. Концерт сделаем специально. Для меня. Специально для меня. Да. Ну ладно, я пойду дальше. Приятно было. Давай, спасибо. Прикинь, сама пока. Судьба, я в шоке. Давай, вот береги здесь. Щеки. Пока. Давай. Пока. Ну, я просто не знал, что искать. Я второй раз уже вижу, и поэтому подозрительно ну, это все. Береги щеки. Самое то. Так. Дальше поехали. Кто будет следующий? Пух, береги щеки. Васич пишет. Сибирь ждет вас. Мы тоже ждем Сибирь. Пух тут, все тут. Вся братва здесь собралась у меня в прямом эфире. Опачки. Здорово, братан. Здорово. Здорово, да. Парни. Как дела? Отлично. У вас как дела? Все хорошо, спасибо. Блин, я как будто прям так и ожидал подключения. Отвечаю. Прям смотрю и думаю. Блин, вот бы меня подключился. Я чувствую, брат, я чувствую это все. Все эти движения. Ты откуда сам? Самые теплые треки. Сколько вам сказать хочется, отвечаю. Спасибо вам большое за эти крутые спасибо, треки. Спасибо, брат. Это просто очень, как душа. Очень приятно от души, брат. Стараемся. А ты откуда? Я город Казань. В Казани очень красиво. Мы выступали там пару раз. Кстати, как будто... Да, два раза. Вы скоро тут будете? Не знаю, как два скоро. Раза. Ну, постараемся обязательно в Казань тоже приехать. Там очень круто. Там очень красиво. Да. Я вас жду прям очень вообще, прям очень. Ну, нравятся ваши треки. Спасибо, брат, спасибо большое. Тогда... Гоу со мной в эфир. Киргиз, где ты? Угу. Я тут Луи.
слушаю твой новый трек, он охрененный. Когда трек с туманом? Когда трек с туманом? Сейчас. Что за вопрос? Вы же знаете, что он уже... Карленко. Здравствуйте. Азиат, скажи, бро. Азиат. Зачитай, я по уши в тебя влюблен. Осетинец. Так, это все понятно. Добавь. Так, и следующий у нас будет... Кто у нас следующий? Сейчас посмотрим, кого тут выбрать можно. Хей, как спалось? Нормально. Привет. Привет. Как дела? Так и знала, что примешь мой запрос. Что я тебе доберу. Конечно, все так говорят. Вообще, да. Откуда, как дела, кто, рост, вес? Нет, вес не скажу, так что не принято у девочек спрашивать. Ну ладно. А откуда еще раз? Волгограда. Волгоград, опачки, вторая подряд девушка с Волгограда. Да, это судьба, по-моему, пора сюда ехать. Отвечаю, 100%. И что, чем занимаешься в Волгограде? В Волгограде только в Осетию собираюсь. Нифига себе. Вот это желание. А что в Осетии, если не секрет? Друзья. А-а-а. Ничего себе, у тебя друзья осетинцы? Угу. Ну, нормально, круто. Ну, друзьям привет передавай от земляка. Осетинца. Хорошо. Ладно, приятно было повидаться. Угу. Пока. Пока. Ух, эти девушки с Волгограда. Так. Кто у нас следующий? Энди Гоу эфир. Ну, я же и так в эфире. Я же и так гол. Привет. Привет. Как дела? Блин, вы ребята очень крутые. Да, нормально? Спасибо большое. Я прям вообще обожаю. Раньше я слушала вас, но... Сейчас я по-новому реально взглянула. Снова альбом, который... Это просто топ. Я просто не могу. Спасибо. Вот, как... Я с Питера, сама вообще Алматы. Я не хотел тебя спрашивать, откуда ты. А? Не хотел спрашивать тебя, откуда ты, ну ладно. А в Питере что делаешь? Учишься, работаешь? Да, учусь. Сама как ваши друзья с Алматы, с Казахстана. Да ладно. Да. Нифига. Круто. Да, когда у вас концерт в Питере? Не знаю еще. Серьезно? Да. Я знаю, что вы вот в прошлом году выступали как-то. Я вообще не смогла, пропустила ваш концерт. Очень хочу, ребят. Вы вообще суперские, потому что это не просто рэп. Это очень здорово. Спасибо. Спасибо большое. Вот, что еще хотела спросить, не помню. Ну ты да, ты давай подумай, что хотела спросить. Почему я все время начинаю что-то спрашивать вообще? Так неинтересно. Да. У меня нет в голове мысли. Спрашивай, почему нет? Спроси, когда новый трек, там, не знаю. Ой, давай как все, да? Почему Эндшпиль, да. Когда новый трек со скрипом? Ну-ка. Да-да-да. Кстати, поймала. Да, это просто. Почему Эндшпиль и Панда? Ладно, все, давай, пока. Все, давай, удачи. Я вас обожаю просто. Все, по беспределу расходимся, давай. Пока. Так. Давайте следующий, кто попадется, он начнет со мной говорить. Я буду молчать при таком условии. Только вы будете спрашивать меня, как у меня дела, откуда я, вот все вот эти движения, чем занимаюсь.
потому что я уже устал так жить. Так. Кто следующий? Давайте выберем Михаила Шаталова. Михаил Шаталов, ты сейчас должен спросить у меня. А, отклонил в приглашение? Господи. Этого Михаила шатал. Так, ладно. Ты, конечно, Шаталов подвел меня. В следующий раз ты зашатаешься от моих новых панчей, мэн. Так. Быстро. Быстро зайдет. Ну, этот... Тут есть два смайлика, на них нажимаешь и как бы вот предлагаешь. О, Аманчик, брат, привет. Нету? Привет. Привет. Как дела? Меня слышно? Да, да, ты должна начать со мной общаться, по идее, сейчас. Да, я знаю. Да. Как дела у тебя? Нормально. Чем заниматься, думаешь? Что делать сегодня? Ну, пока не знаю, если честно. Хочу пописать музыку, там все круто. Дела. Круто. Как обычно, да. Нравятся песни твои все. Спасибо. А какие больше всего? Бабилан. Про любовь. Как? Бабилан. Бабилан? Да. Бабилан. Самое классное. Ага. Мой Бабилан или да. Твой Бабилан? Мой Бабилан. Ну хорошо. А еще что скажешь? Как у тебя угораздило выйти со мной в прямой эфир? Просто сидела. Даже я подключился, да, вообще. Хорошо, хорошо. Очень рада видеть. Приятно, взаимно. Еще увидимся. Давай. Пока. Все, пока. Пока. А смысл слова Бабилан? Бабилан это армянское слово. Бабилан. У меня друг есть. Дмитрий Бабилан, это фамилия, да. Я про него пою. Мой Бабилан. Отличная беседка. Спасибо. Я старался. Так, ну все, мне нужен какой-нибудь необычный типаж, чтобы он меня как-то раззадорил, чтобы мы с ним пообщались на какие-то веселые темы, а не на одни и те же. Там, кто, что, откуда. Кого пригласить, я даже не знаю. Я покажу тебе это вообще. Да. Кого пригласить? Себя, блядь. Это, ты зайди сначала сейчас. О, вот это будет интересно. Сейчас, подождите секунду. Сейчас я приглашу. Друзья, так неудобно. Телефон сел. В самый неподходящий момент сел телефон. Я сейчас поставил его на зарядное устройство и готов общаться с вами дальше. Сослан. Салам. Когда будет концерт в Москве? Не знаю пока.
Так, секунду. Ищем подключение. Привет из Гродно. Фитонем с тобой. Привет, привет всем. Когда ждать в Тюмени? В прямом эфире, офигеть. Привет, Эйми. Салют. Салют. Привет. А, капец, я нервничаю. Да, не... Я из Омска, да, не... слушай. А, не стоит, брат. Мы два раза в Омске были, короче. Не стоит, мы были. Аху, капец, я нервничаю уже. Сейчас да, я... мы были. А, да, вот. Вы еще с Лжем приезжали к нам в Омск. Это вообще круто было. Да, давно. А почему вы, кстати, с ним да, общаетесь? Давно не знаю, как-то не знаю, как-то прекратили общение. Резко. Да, это просто нереальные два концерта были, вот. Да, спасибо. Слушай. Да, спасибо. Ой, блин, не знаю, просто нечего сказать. Это, а у вас с Туманио, да, это любовь трек выйдет скоро? Да, должен, да. Да, должен, да. Да, уже просто слили просто да, все эти офигеть. Да, это демка. Так получилось, да, получается, получается время, что в последнее время именно демки отбивается старый. Да? Угу. Офигеть, угу. Капец. Круто, вот. Блин, столько вопросов накопилось, и тут резко выходишь. А, в шоке я просто. Да, бывает. Да, страшно. Бывает. Самое главное, что увиделись. Да, это круто. Вы нереальные крутые ребята просто. Я ходил на один концерт. Спасибо. Вот, и в Омске. Так, вот как раз именно с ЛЖМ. Так. А вы, кстати, у вас не будет тур? Нет, пока не думали. Нет, пока не думали. Пока мы музлом занимаемся. Понятно, круто, да, круто. А у вас Хачуме Рекордс, это, получается, идет как объединение или лейбл? Не, как лейбл, да. Не, как лейбл, да. Как лейбл, да, то есть вы ребят туда подписываете? Ну да. Ну да, мы это больше не распространяем как лейбл. Больше такое объединение духовное. Объединение духовное. Понятно, понятно. А, круто, когда у вас будут новые треки? Новые треки? Новые треки? Да, это вообще новый какой-то стиль, это круто было, кстати. Спасибо. Спасибо. Да. Просто, не знаю, я нервничаю уже. Да ладно, нормально. Да ладно, нормально. Давай счастливо, я след. Давай счастливо, я след. Дальше пойду. Все хорошо, да. Удачи тебе, новой музыки, пока. I love you. I love you. Да. I love you, давай. Да-да-да, вообще. I love you. Так, хочу мой рекорд у тебя. Это что? Это чарли не идет. Эхо, да, эхо было какое-то. Скажи, что Лукадия первого инфа. Азамат, тут слышат, тут слышат твой закадровый голос и пишут, типа, это ты. Фонта. Мы в прямом эфире, братан. В эфире вот врывается. Ну, заебись. Вот ты не вовремя. Ты заморозил. Сорян. Да не, ничего, все нормально, зато он станет известным. Все это начинающий так. Блогер был просто сейчас. Юный. Угу. Здорово, привет. Вот он. Побазарить надо, ёпта. Засмущали парня. Давай с тобой поболтаем. Так, давайте поболтаем. Сейчас, секунду. Сейчас кого-нибудь найдем. Владимир на связи. Да, это был Владимир Ваху. Что-то я не понял, опять не подключилось.
Привет, Азамату. Уже? За мной. О, он что, облож... А, это кто? Он говорил с ним? Привет. Как дела? Да. Ну, я первый спросил. Или ты? Не знаю. Да холодно что-то. Да, мне тоже холодно. Я вон в кроссовках хожу. Ты любишь молоко? Молоко? Да. Необычный вопрос. Ну да. Ну ты же спросил что-нибудь необычное. А, ну нифига себе, глубоко копаешь. А ты любишь воду? Не очень. Вот так вот общение проходит у нас. Сейчас бы зимой в кроссовках походить. Зимой в хате в кроссовках, ребята. Не путайте. Настолько мне холодно. Я вообще мерзляк еще тот. Поэтому я мерзну. Мерзну, болею. Выздоравливаю. Опять мерзну, потом опять болею, опять выздоравливаю. А что еще? И тебе не люблю. Привет! Привет! Ваша поклонница! Что? Как дела? Нормально. Что, как там у вас? Метели, говорят. Что, как? Метели там у вас. Да, задувает. Я с Нальчика, рядом с Владикавказом. О, нифига. Да. Кабардино-Балкария. Да. Привет. Привет в Нальчик всем. Да, мы вас любим в Нальчике очень. Спасибо. Да, я знаю, я бывал в Нальчике не раз. Спасибо. Мы вас ждали. Ну, ничего страшного. Таких, как мы, можно прождать всю жизнь, как говорится. Конечно, да. Да. Скромный я парень, конечно, в этом плане. Ну, хорошо, не болей, здоровья тебе. Люблю вас! Спасибо, пока. Взаимно. Давай, пока. Ладно, все, друзья, я устал от этих прямых эфиров. Всем пока, всех люблю. Еще увидим.